А тема нашего музыкального номера – полный вакуум. А полный вакуум у нас в космосе. Итак, первые студенты на Марсе. Ну подумаешь, устроил я этот митинг. Что теперь, выгонять из университета за это? Зачем ты вообще его устраивал, не пойму? Ой, можно подумать, с тобой таких ситуаций не было. Ты как-то голый на улицу выбежал. С кем не бывает, многие кто так делают. На ярмарке мёда. Та все, хватить вам. Ми сюди прилетіли, щоб побудувати свій університет. Так! Да! Не буде пас в суботу! Так! Да! Да! Де у викладачів будуть такі смішні жарти! Так! Да! Де ми теж будемо вчити гуманітарні предмети! Ні! Я так ні. Перш за все, нам треба знайти воду. Без неї ми тут не виживемо. Що це таке? А що не бачиш? Моя курсова! Там води на всіх вистачить. Ну, що це такое? Парні, а ви в марсіан вірите? Так. Тю, даже поговорить не о чем. Так, ну ладно, мы сюда приехали корпус построить. Что кто взял? Дрель. Скотч. Молоток. Таджик. Ну а що, нехай він нам корпус будує. Ну, в принципі, ПК нам построїв, то ПК. О, а холодно здесь. Як на ВДНХ? Пыли как-то много. Прям как на ВДНХ. Не, ну ребят, зато бомжей нет. Шкода, Настя з нами не полетіла. Це там вона від нас, від мене бігала. А тут вона би нікуди не ділася. Слава Богу, потому що вона не поїхала, предотвратила появление уродливих марсіан. Парни, здравствуйте. Я, на самом деле, известный ученый, я на этой планете уже 20 лет. Купите пылесос. Да и ты со своим пылесосом. Начальника! Начальника, я слева! Там! Так это ж корпус аграрного. Дело чисто! Там он и стоит! Ребята, вот корпус есть, но скучно, народу нету. Нет веселухи, прям как нашей на родной земле. Филологам, филологам, биологам, филологам сегодня факультетом отдыхать. А киберы в сомнениях, а киберы в сомнениях все так же лабы пишут и молчат. С изобмения взять и закричать. Не снится нам тот год и наша прога. Не снится нам тепло на ВДНХ. Снится нам хайповая тусовочка. Тусовочка. Тусовочка моя. Я думал, кто подстраховался, тот обречен на успех. На самом деле нет. Команда КВН «Узы, гипотенузы» – самая ответственная команда.